Музыкальное поздравление с Новым годом получили наши военные, которые участвуют в антитеррористической операции в Сирии. Концерт для них на авиабазе Хмеймим дала известная певица Юлия Чичерина. Вместе с ней выступили и ансамбль Центрального военного округа, и самодельный коллектив одного из кораблей ВМФ. По словам Чичериной, в Сирию она приехала, чтобы поддержать наших летчиков и поднять им настроение своими песнями. Но еще на авиабазе открылась выставка фотографий, которую организовало Русское географическое общество.